В общем, всем здорово, с вами Бодяга. Ребят, что я могу сказать? Олежа наконец выпустил, как снимали Моргенштерн все клипы. Ждали долго, но я лично думаю, то, что ожидания были не напрасны. Потому что это должно быть круто. Я лайк заранее ставлю. Короче, делаем такую же кнопку, как у Олежи, серой, у нас с вами. Чтобы вы подписаны были на наш с вами YouTube канал. Потому что ежедневно выходит очень много роликов. И я вас без видосов не оставлю. Поэтому это как стимул. И если подпишетесь, то вам повезет в будущем. И все будет хорошо. Погнали. Привет. Привет, Алишер. Ты тоже дома сидишь? На карантине? Да, да. Как самочувствие? Все хорошо. Едой... О, придумал, да? Вырезал со стрима, а? Ты закупился? Пивком, чипсами, там, колой, колококой, конфетами. Колококой, клавой кокой. Дошками. Чем занимаешься сейчас? Я сейчас чешу яйца, как бы, если что, простите за подробности. А я скучаю по работе. Я хочу снимать клипы, но не могу. Ну, хорошо. Ну, блин, такие времена сейчас, что, к сожалению, нихуя ты сейчас не сможешь сделать. Нифига, он говорит, нифига ты не можешь. Да. А я знаю, чем нам заняться на самоизоляции. Нам нужно сыграть War Thunder. А, ага. Все, погнали. Погнали, говори. Сейчас мотну, подождите. Все. Начнем с нового Мерина. Да. Это ты блюешь под музыку, да? Да. Прикольно. А давай снимем на это клип? Давай. Офигеть, вот он придумал. Алишерушка, ну скажи что-нибудь. Мне лень. Любые слова. А? Лень, тю, лень, тю, мень, пель, мень, жа, пень. Это вот был мой трек только что. Все, больше нету слов. Помогите Алишеру в комментариях. Что у тебя с голосом? У меня гайморит. Ай, блин, хорошо сделал. Если вы поставите 50 тысяч лайков, Алишер... Сейчас мало шоу. Алишер навсегда избавится от гайморита. Обеденный перерыв. Ням, 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 ням. Что дальше по сценарию? Покупаем! Ну а как иначе? А подешевле машинки не было? У тебя горит зубдарь. Алишер, давай обсудим твои будущие клипы. В следующем году я предлагаю тебе сделать продолжение твоего гимна «Выпускниц». Королева выпускного. Моргенштерн. Не надо. Хорошо, да, неплохо. Неплохо. Ой, блять, как это круто. Блин, как это круто он имел в виду. Почему я изменяю слова? Да потому что мне желтую монетку дадут. Поэтому он сказал, блин. А как насчет дуэта с Олечкой Бузовой? Песня. Нет. Ты подумай. Нет. Олечка расстроится, если ты не согласишься. Ну ладно. Ну вот давай. И еще ты должен обязательно сделать кавер на ее песню. Твои слова водятся. Нет. Мне очень нравится цветокоррекция в том клипе. 3 days later. Алишер Тагирович, к вам Олеже. А, передайте, пожалуйста, этому молодому человеку, чтобы он нахуй шел. Нафиг пошел. Нафиг! Он пошел нафиг! Керле. Ну и ладно. Буду другого блогера снимать. Начали. Эх, блин, думал меня. Меня, я думал Богдана. Ну это круто. Круто, да. Мне на... Да ладно, ты тоже сказал круто. Нравится. Вот, хочу вот этот. Что хочет эта собака?
Эта сука хочет денег. На, а ты чё хочешь? В моих кроссах нету стелек. Держи, с натуральным мехом. А Егору нужен веник. Сука. Будь здоров. Да, Алиш. Будь здоров. Шерка хочет пледик. А вы чего хотите? Пишите в комментариях. Егор, что случилось? Меня забанили на Твиче. За что? Я понял, что он сказал. Я сказал на стриме. Давайте я мотну. Просто это, ну вы поняли. Дай ей по морде! Мне надо отрепетировать с режиссером. Чё? Повторюсь еще раз, почему я мотну, потому что мне могут за некоторые слова дать снова желтую монетку. Я повторяю. Режиссеру нужен медик. Да ты задолбал, Олежа, жалко. Да, мне нравится. Обеденный перерыв. Я хочу большой варенье. Ням-ням-ням. А где туалет? В машине. У Егора. Пойду сброшу еще пару килограмм. Не надо. Тимур, а станцуй как в 2011-м. Нормально. Респект, красава. Оператор, ты че? Респект. Ходишь. А вам, наверное, за мной не видно, да, Моргенштерн? Давайте я чуть-чуть отойду, извините, я просто не заметил раньше. Все. Ты чё, нас боишься, да? Съемки закончены. Чё, пацаны, обнимашки? Обнимашки. По окончании съемок мы все дружно надергали Алишера за уши. Это вранье. Никто меня за уши не дергал. Уши красные, потому что вы меня материте. Я думаю, что Грэмми за лучшую песню у нас в кармане. Бр-а. Сука. Следующий выпуск будет смешнее этого. Посмотрим. Так, стоп. А что до этого было? Ладно, все, мне пофиг, мне пофиг. Ему пофигу, и нам тоже пофигу. Мы смотрели грустную песню. Алло? Это японский ресторан? Да, сука. Сам, сука. Доставьте мне суши. На всю мою съемочную группу. Да побыстрее. Иначе они съедят меня. Суши срака. Чё? Суши сракатана высирака. Это лучший видос, я помню. Пьяна как. Пьяна как. Это вам не просто, блядь, развлекательный контент. Это вам не просто, блин, развлекательный контент, он сказал. Чё, обучающий контент? Да. Что вы привезли? Это не роллы. Это какая-то... Хуйня. Вот так. Фигня. Так вот. Вообще фигня. Я за это платить не буду. Оу май. Оу май. Вот это хорошо было. Вот он хорошо на Моргенштерна влепил. А ну оплачивай заказ. Са ты жопа тряс. Я завалю сейчас всех вас. Да. А ну оплачивай заказ. Это хорошо, это тоже хорошо, согласитесь, мне его нравится. Са ты жопа тряс. Я завалю сейчас всех вас. Да. Ладно, я заплачу. Уи. Только денег у меня нет. А давай я тебе клип сниму, а? Ты просто лучший. Снято. А мне было бы интересно посмотреть, как Олежа реально снимает клип Моргенштерна. Это было бы прикольно. Олежа, в моем клипе должно быть много девочек. Извини, девочка всего одна. Но ее будет много. Алишерка. Я вспомнил. Нет, я лечу к тебе, детка. Вперед. Может, не надо? Боже.
за что? Мамочки. Это невероятно. Давай, пойдем ко мне. Спасибо большое. Но я откажусь. 1 hour later. Не снимай. Она меня изнасиловала. Эх, жалко тебя, Моргенштерн. Нормально. Ну как тебе? Пушка, пушка, пушка. Че еще, че еще, че у нас еще? Ну и как прошли ваши съемки в Африке? Нормально, без происшествий. Эй, режиссер, я научился управлять слоном. Сидеть. Это моя машина. Молодец. Олежа, а сними меня рядом с бегемотиком. Продолжаем без Моргенштерна. Извините. Вспомнил просто, как родился. Я вот думаю переквалифицироваться, стать стримером по Майнкрафту. Эй, малышка, у тебя мохнатая подмышка. Пошли разножаться. О, помогите! Охранник! Да, сэр. Спаси Шарлотта. Успокойтесь. Помогите! Фух. Насилуют. Я его спасу. Режиссер, мы нашли Моргенштерна. Шарлотт, я скоро вернусь. Эй! Талант тебе. Алишер, ты как там? Я в жопе. И ведь не поспоришь. Что-то в этом вот определенно есть. Выбирайся, пока он спит. Рождение, рождение, рождение Моргенштерна. Пошел контент. Пошел контент. Это же смешно. Да, но еще нафоткать надо. Отмойте его. Попу мыть нужно каждый день. Шарлотт, съемки закончены. Мы улетаем домой. Улетайте без меня. Ладно. Все, понравилось. Приезжайте еще. Все. Хватит. Ой. Ну чё, я думаю, этого хватит. Да, давай закругляться. Спасибо. С тобой было очень приятно посидеть. Давай, спокойной ночи. Солнышко, сладких снов. Все будет у тебя просто супер. Завтра созвонимся. Этот воздушный кунилингус твой. А у меня камера работала, да? Я что, это все снимал, что ли? Типа, да. Типа, я вообще-то с Моргенштерном тут настоящим разговаривал. А как камера включилась? Короче, мне понравилось. Вот это хорошо. Вот это было очень смешно. Типа, мне зашло. Я не знаю, как вам, но вот идею со скайпом Олежа вообще идеально придумал. Он прям молодец. Я серьезно говорю. С вас подписка на Олежу. На нас с вами. Тот, кто на нас подписывается, пусть чтобы у него серая кнопка, как у Олежи для меня была. Вот у меня для Олежи серая, и у вас для меня должна быть серая кнопка. Поэтому подписываемся, делаем кнопку подписаться серой, ставим колокольчик. И самое главное, если вы подпишетесь, поставите колокольчик, то вам в будущем повезет. И в 19:30 по Москве стрим.
До новых видосов, бродяги. Да.